Всем здорово, дорогие друзья. Начинаю я новое прохождение Inside. Офигительная должна быть игра. Почему офигительная? Потому что она от создателей Limbo. А в Limbo я просто влюблен был. Вот. Такая физическая головоломка. Ну, приключение. Наподобие вот этой девочки, которая бегала, Лид. Найтер, по-моему, называется на первой, второй части. Вот. Попробую я ее раньше, проходил еще на ПК, ну, где-то, наверное, до середины дошел, как-то что-то я не помню, что я забросил ее, вот, решил на PlayStation 5 сейчас ее все-таки пройти. Все, начинаем. Вот, она тут такая, с головоломка, ну, на законах физики основанная. Я думаю, вам будет интересно посмотреть ее. Нажимаем. Вот. Что к чему, тут ничего не рассказывается, вот просто вот мальчиком мы маленьким бежим в лесу. Вот самое начало игры. Вот. Он может прыгать и таскать. Все, больше ничего не может. Вот такие вот дела. Ну, судя, скорее всего, тут нужно самому, я так понимаю, додумывать сюжет. Наверное, убегает он от кого-то. Или от чего-то. Видим, мы вот видим, видите, какой-то фура стоит, какие-то. Странные он. Ух ты. Вот, видели? Странно. Какие-то странные вещи очень творятся. Вот, в этом лесу. Окей. Бежим, бежим, бежим. Здесь что у нас? Ага. Чувак услышал и включил фонарик и пошел проверять. У них какие-то, видите, маски на глазах одеты. Ну, на лице, то есть, на глазах. Так, по-моему, это он может брать. Да. Сейчас мы отодвинем. И сюда вот может он залазить теперь. Опа! Ух. Так, мы видим собаки. Люди. И что-то тут... Что-то тут нехорошее творится. Опа-на. Так. Хорошо, что на голову ему не упало. Угу. Опа. Нас увидели, спустили собаку. Хорошо. Убегаем. Ах. Не, наверное, да. Собака нас не съела, короче. Так. Все, мы в этом таинственном лесу. Бежим, бежим. Машина едет, сейчас нас заметит. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Это он сам начинает быстрее разгоняться. Сюда, сюда, сюда. Спрятались мы. Так, окей. Опа. Заметил. Раз. Он тут интересно сделает. Он спотыкается, смотрите.
Блин, надо быстро бежать. Перепрыгивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Караул, караул. Ух ты, стреляет. Собак спустили. Давай, 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 давай. Ух ты. Сплыви давай. Ага. Там получается прожектор горит. Давай-ка. Проплывем мимо. Вот так. Как хорошо, когда дети умеют плавать. Я раньше умел только по собачью, короче, плавать. Вот. Визуальный стиль мне нравится. Такая, она какая-то получерно-белая игра. Кстати. Тут дохлые свиньи. Какая-то ферма. И почему-то животные дохлые валяются. Здесь вот такая вот, я понимаю, ссылка к Silent Hill. Да, есть что-то такое. Вот там Welcome to Silent Hill. Там должно быть написано, наверное. Ну, не знаю, у меня такие вот ассоциации. Это кто не в курсе, игра такая была. Угу. Кукурузная роща. Опа! Вы видели? Он даже чуть не споткнулся. Один вопрос. Люди вроде бы большие, собаки нормальные, машина нормальная. Но здесь какие-то кукуруза какая-то очень большая. Что это такое? Ну, согласитесь, да? Вот и какая кукуруза. Если мальчика раз, два, три, четыре. 4-5 мальчиков роста кукуруза. Но, ну, не может быть такого. Это для красоты так сделали, ну, якобы, чтобы показать заросли или что. Она какая-то уж очень большая здесь. Кто-то бегает за мной. Цыплята. А, цыплята бегают эти. Кукурузные якобы эти собирают. Зернышки. Какая-то ферма. Ну, на какой-то ферме. Окей. Бежим, бежим. Смотрите, дохлые свиньи валяются. Так. Это открытие не может. Давай. Нам в окошко, скорее всего. Угу. Так. Вверху стоит какой-то ящик. Мне его нужно как-то сбросить, чтобы перелезть сюда. А он, кстати, обращает внимание, если что-то видит, видишь? Это генератор какой-то. Что? А, он завелся. Получается, эта ерунда мимо идет. Ну, не получается мне сбросить. Это все я нажимаю на кнопочку и вверх поднимаю стик, чтобы он открыл дверки, например. Цыплят можно запустить. Окей. Вон та вот штука засасывает. Надо, походу, туда цыплят, чтобы засало. Идите сюда, цыпа, 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 цыпа. Идите ко мне. Надо успеть. Чтоб их засосало. Давай. Есть. Та-да-да-да-да. Прикольно.
Живые цыплята, да. Ясно. Цыплята живые. Так, ползем. По крышам теперь мы идем. Это мне нужно прыгнуть сюда. На, получается, на туши с этими. Как их там? К свиньям. Это якобы Assassin's Creed. Прыжок веры. Вот чах. Не, мальчик мой, ты поломал бы там ноги. Ага. Это мы пододвинем сюда. Ладно, чтобы она не приплющила. Чтобы перелезть через забор. Какие-то непропорциональные заборы. Какие-то черви. Черви какие-то в свиньях. Опа. А, не, поднимается. Я думал, сейчас еще утонет. Ага, по сетке он может лазить. Окей. Опа-на. Здесь нет ускорения, он быстрее бегать здесь не может. Вот, смотрите, в жопе он, у свиньи это, червяк. Давай достанем. О, достал. Ой. Ай-яй-яй. Ой. Ой. Давай. Ага. Отлично. Да, что делать? Иди сюда. А что мне нужно? Чтобы он еще раз в стену... Да. Вот червяк, видите у него? А, жопу вытянул. Сегодня ты живая? Да, ее можно оттянуть. И сюда. Чтоб YouTube сейчас не подумал, что я зоофилией тут занимаюсь. Так, нажимаю вперед. Люди идут вперед. Назад, идут назад. Короче, какое-то приспособление можно управлять вон какими-то чуваками. Мне что нужно сделать? Давай вперед, идите. Ага, назад. А, этим нужно открыть дверь. Ага, теперь я этим управляю. Поднимайте выше. Теперь что? Давайте. Двигайте. Или это... А, надо назад ее двигать. А все. А как мне теперь? Слушай, а я их уже не пущу. Как мне слезть отсюда? Все. Слушай, а если к свинью сейчас туда затащу? Иди сюда. Можно свинью наверх затащить? Только для чего я не знаю. А-а, свинью наверх не тащит. Все, тут ничего нету. Нету секретов, нету никаких. В каком-то заброшенном старом заводе мы. Угу. Вон внизу получается рукоятка. Можно поднять. Я, короче, тут доходил, вот пробовал, включал тут до лесопилки. Такая... Лесопилка, вот, ну, прямо вот тут вот где-то. И все, я дальше не играл. Вот, а когда я проходил ее, я говорю, очень давно было. Она вышла там лет, наверное, 4 года, 5 назад, когда на компьютере что-то по-быстрому я пробовал. Немного тоже играл. Вот это вот даже я и не помню, вот этого вот. Угу. Какое-то он стоит здание. Здоровенное. Там стоят вот эти вот люди. Ну, которые управляются вот этими вот штуками. Вон, видите? И машины стоят в фургоны эти.
А, в другую сторону надо. Получается, опустим ниже. Цепь. Все, видите, все по физике работает, цепь, все двигается. Здесь на это вот и сделано. Так. Давай, надо раскататься, блядь, нам. Так. Окошко приподнимем. Опять эти птицы. А, это не эти. Воробушки просто были. Так, видим вон ящик. Вот до сюда доходил. Вон до этого ящика. Этот ящик нужно сбросить сюда. Получается, чтобы он доски сломал. Все. Дальше я не помню. Дальше сейчас будем тупить, друзья. Так что вы не думаете, что Иванов такой умный, блядь. Тут я помню. Вот это вот нужно повернуть. Штуку. Вот так. Все. Поднять. А я сначала не мог понять, думаю, чего не долетаю. Здесь, оказывается, ее просто нужно было, ну, развернуть. Ой, давай, давай. Давай, чувак. Опа. О. И тут вот сделан прикол вот до сюда. Вот я первый раз упал. Здесь нужно пихнуть и быстрее убегать. Вот так вот. Вот. Вот туда. Все, дальше я не играл. Все, друзья, дальше я не знаю, что будет. Судя по всему, мне нужно в эту дырку там вниз. Вот дальше я не знаю просто. Я упал вместе с этим ящиком, и все. Я выключил игру. Так что сейчас начинается. У нас будет самое интересное. Плюх. Так. Мы видим, что-то моргает, и какой-то идет желтый кабель. Давай нажмем, попробуем. А, сюда пройти можно? А что это такая за штука? Интересно. А что я сделал? Приз получен через левое плечо. Что я сделал? Вообще не помню. Угу. Там люди какие-то. И как, кем я могу? Человек идет. А, он что-то нажимает здесь. Получается, здесь это включается. Здесь это он двигать не может. Я не знаю, что мне нужно включить здесь. Ну, давай так попробуем. И что теперь мне нужно сделать? И иди теперь туда. А, во как. Теперь я двумя сразу управляю. Получается, давай ты дойди сюда. А теперь мне, наверное, надо в другую сторону, наверное, надо. Блять. Мне, наверное, надо закрыть этот слезть. Да? Закрыть дверь, и все, она закроется. Да. Потому что так получается, они не синхронно идут. Так. Ну, давай попробуем теперь примерно одинаковое расстояние. Да. Какое-то метро. Ползем.
Доски прогибаются под ним. Видели? Мне, наверное, надо успеть прыгнуть тут вовремя. Ох, да. Вон, смотрите, ходят эти люди, маршируют. И охрана стоит и наблюдает. Кто-то же ими управляет. Так, тут мы умеем это перелазить. Угу. Прыгай. Ой, как тяжело ему подняться. Прикольно. Давай сюда. Ой! Ой! О, вовремя успели. Так, мы упали. Перепрыгиваем. Ой! Как классная анимация вообще у него. Видели? Он двигается как по-настоящему. Человек бы двигался. Тут мне надо вниз спуститься, получается, по трубе, наверное. Камеры, вижу, стоят. Камеры. И эти ходят тут. Зомбоящеры. О! Отрывать надо. Давай, давай. Все, прошу, пролез. Так, тут что у нас? Тут ничего нет. Полезем наверх. Вот. Ну, давай прыгнем. А, переставить же, наверное, можно, да. Вот так. Класс, мне очень пока нравится. Опа. Ну, давай дернем. А выключить его можно? Можно. Или мне нужно включить? Что здесь вообще хотя бы происходит? Угу. Это лифт. Ясно, нет электричества. Мне в любом случае нужно включить этих роботов. Ну, по крайней мере, я... Наверное, я правильно сделал, что я сначала открыл его, потому что у меня все готово. О. Интересно, что бы было, если бы он меня обнаружил? Голова. Музыка классная. А, чайка сидит. Смотрите, как прогибается это. Прикольно. Ой-ой-ой. Надо притвориться. А, я стою. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шагов. И надо прыгнуть, смотрите. Три, четыре, пять, шесть, семь.
в этой штуке нужно прыгать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эти, смотри, и кто-то сидит, он наблюдает. И детей он держит. Там надо повернуться. Прикольно. Эта штука моргает, и почти я уже попадаюсь. Собака учуяла что-то. Блять, побегу я. Ох! Ух. Бля, собака бежит. Ух ты! Все. Подожди-ка. Погнали. А если мы так сделаем? Надо, чтобы она сюда забежала. Я, тогда я, может быть, успею. О, так. Людьми могу управлять. Иди-ка сюда. А, дальше он не может. Так. Прикольно. Ну. Наверное. Иди-ка сюда. Все, хватит. Пока хватит. Так, что здесь? Ага. Я понял. Мне нужно этот ящик поставить сюда, чтобы он дальше мог пихать вагонетку. Но если я поставлю ящик, я потом не смогу залезть назад вот к этой штуке. Мне нужно его поставить вот сюда. Правильно? Чтобы я смог потом, получается, залезть, потому что так я, он не допрыгнет. Ну, все верно. Давай, веди. Подожди. Я хуй его знаю. Подожди, а вот это что такое? Надо как-то открыть эту дверь. Слушай, сбрось меня сюда. Что-то не совсем понимаю, что мне здесь нужно сделать.
тут он умирает. Малыш ноги все поломал. Окей. Не то. Видишь, я все уже тупить начинаю. Слушай, я могу так им управлять. А вот этой штукой он может управлять? Таскать вот эту хуйню? Нет. Но ей же как-то можно управлять. А, он прыгать тут можно. Я примерно... И можно, получается, и прыгать этим чуваком. Что это такое? А, еще один вылез. Так подожди. А, этот может отцепить. Блин. Все. Я понял. Тот отцепляется, а этот нет. Так, стоим, запрыгиваем. Сейчас. Этот чувак. Вот, вот так надо. Этот запрыгивай сюда. Все, теперь мне нужно, чтобы ты отцепился. Вот так. Потом я опять же прыгаю, и я могу управлять вот этим. Теперь он может меня, получается, тянуть. Вот как оно было все. Ну давай я тут стану, черт с ним. Так, иди сюда. А, все удивляются, что якобы происходит. Ага. Понятно. Я все понял. Мне нужно у краешку, получается, поставить его. Вот прямо вот тут вот где-то, да? Прикольно. Я говорю, такие загадки, головоломки интересные. Вот, смотри, сейчас люди чухнут сразу. Ух. Всплывай давай. Слушай, а если мы сюда поплывем? Мне вот просто интересно, чисто любопытно. По идее, игра хочет, чтобы мы вправо шли, а я вот влево хочу. И нырнем тут. Давай всплыви, вон какая-то штука валяется. Подыши воздухом. Что здесь? Я же говорю, любопытно, я любопытно очень. Бери. Ага. Давай всплывай, всплывай, всплывай. Плот. Не-не-не, всплыви. Давай, мы тебя впихать могу его. Какой я умный, я, короче, я реально это не помню, эту штуку вообще. О, да. А, ну я просто на все без этой штуки не залез бы. Ящики можешь брать? Не. Так. Залазим. Вентиляция. Опа. Красная кнопка. Мы сначала посмотрим, что там. Еще не видно. Ну, давай нажмем.
А, я, получается, воду спустил. Ага, я спустил воду. Велосипеды старые. Угу. Тут я не заберусь, тут мне нужно поднять воду и успеть, получается, что? Еще влево можно и направо. Давай попробую еще справа. А, хуй тут. Тут есть цепь, по крайней мере. Угу. А до этой цепи я не допрыгну. Я понял, мне нужно цепь, но я сюда вот могу. И что тут у нас? Какой-то есть люк. Подожди, давай так встанем. Ага, то он на нем стоит, открыть не может. И что я делаю? Получается, опять спускаю воду и... Подожди, что мне нужно сделать? Может быть, мне сначала нужно сюда? А я в любом случае сюда попаду. Ну, здесь как ни крути. Я могу что-нибудь взять? Нет. Получается, я просто могу вернуться назад. И что теперь? Замкнутый круг. Ладно, сейчас сообразим. Так, мы спустили воду. Здесь он что-нибудь может брать? Нет. Я не успеваю даже это. Получается, вон туда проникнуть, вправо. Потому что как только вода поднимается, этот шлюз закрывается. Что здесь нужно сделать? Я как только на кнопку нажму, да, как только на кнопку нажму, ну ладно, давай. Вот. Вот, только смотри, опа, я в любом случае не успею. Давай нырнем. Подышим воздухом. Посмотрим, что здесь. Давай, 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 выныривай. А если я... Ага, если я нырну, нажму, а цепь это просто для отвода глаз стоит. Ну, так, якобы, чтобы запутать игрока. Нажму на кнопку и попробую к тому шлюзу пробраться. Давайте так попробуем с вами. Да, точно. Ха, хитро было, хитро. Окей. Я знаю, у меня есть подписчик Макариков, ему понравится такая игра. А, вот, нет. Все-таки можно взять вон деревянную какую-то штуку. Коробку получается. Все-таки можно взять вот ее. И все же мне нужно к этой, по этой цепи ползти. И... А, ну теперь он достанет. Вот такие вот дела. Вообще, он, смотри, вон люди ходят тут. Тут, короче, метро вот это, тут прямо на метро людей привозят. Вон. Так, подожди, да я сяду удобно.
Окей, идем дальше. Мне 100% нельзя попадать под этот. Ага. Здесь так. А, вот откуда этот бил. Я еще думаю, блин, а откуда этот? Стой тут. Так. Сейчас где-то вот тут. Вот так. Стоим на месте. Угу. Класс вообще. Мне очень нравится. Так, в другую сторону. Блин, еще один. Ай-яй-яй. Так, давай. Труба тут. Я не знаю, правильно стою или мне нужно было подойти к стенке сюда. Правильно, походу. Бля, не, или правильно. Ух ты! Успели, давайте сюда сходим сначала. Так. Здесь ничего. Здесь мне надо разбежаться, наверное, и прыгнуть. Да. Сейчас на цепь. Давай ниже. Какие-то катакомбы спускаюсь. Тут видно такой метрованный вот этот. Старый. А на голову ему польется вода? А, было бы классно сделано, если бы они еще об голову разбивалась бы вода в разные стороны. Ну, вы поняли. Ладно, бог с ним. Что это было? Какое-то короткое замыкание. Он почему-то прыгнулся, там собаки. А, вот чем прыгнулся. Что мне нужно здесь сделать? Давай посмотрим, что здесь есть вообще у нас. Ой-ой-ой, всплывай. Здесь пустота. Здесь. Здесь не знаю. Просто чтобы потом не ломать голову. Ой, давай. Короче, здесь пока ничего интересного. Тут я еще нырну на всякий случай. Тоже пустота. Там собака побежала. Мне надо было назад возвращаться, в воду прыгать. Блин, не успел. Да. Или что мне сделать надо? Или просто бежать, не останавливаться. Давай попробуем. О, блядь. А она что, нырять не умеет? Умеет. Давай. Блин.
Ломай быстрее. Прыгай. Блин. Класс. Вообще жесткая игра. Да ладно, сейчас мы все сделаем. Давай, 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 давай. Давай быстрее, 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 прыгай. Давай. Блять, они возвращаются назад, я не успею. Мне надо все-таки цикл дождаться, чтобы они прибежали сюда. Надо, чтобы они все вместе собрались. Давай, давай, рви. Пролезешь? Да. Есть. Спаслись мы. Было напряженно. Что ты делаешь? Я ж нажал вниз спуститься. Блин. Так. О, там кто-то стоит. А что мне здесь нужно сделать? Батискаф какой-то. Блядь, человек ползет. Давай, может, в тень спрячемся. Угу. Меня не заметили. Залазь. Что такое нажимаю на кнопку? Что она дает? Куда-то мы вниз спускаемся. Получается затопленная какая-то это. Ну давай нажму эту красную кнопку, что будет. А, все, понял. Он убирает, потом я отпускаю кнопку, и он может идти. Вау. Куда здесь мне плыть нужно? Классно. Все ниже, ниже спускаемся. Вон я вижу дырень. Пробоину. Короче, уже это сбоит. Видели эту штуку у меня? Внутри красным все стало, не стало ничего моргать.
У него ломается эта штука. Ну, видите? Давай. Я не знаю, правильно ли я делаю. Подожди. Походу там что-то я неправильно делаю. А если я должен выпрыгнуть и ударить вот в эту дверь просто на все? Туда куда-нибудь. А ниже, посмотрите, ничего нет? Нет. Хрена. Я, наверное, правильно делаю. Походу. Вот давай мне вот сюда вот надо сейчас ударить. Не, он как-то прыгает по-другому. Тут везде получается этот арматура. Я просто не понимаю. Ну, я может. Давай сюда вот ударю. Что не происходит? Ну давай могу такой сюда сейчас сюда еще ударить. Отломал что-то. Ну сейчас если только сюда ударить. Да нет, что-то тут не то, подожди. Давай сплаваю сюда. Да не, все правильно. Да не, все. 100% сюда нужно. Давай еще раз ударим. Ничего не происходит, не. Слушай, а если я... Дать бог его знает, слушай. Палки.
Там видишь, какая-то хернта. Ну, если только мне ударить еще по низу вот сюда вот. Нифига. Нет. Я слушаю, я реально не понимаю, куда ты теперь забраться нужно. Прикол. Стой, а тут что? Там чего нет? Может, мне просто тупо здесь вылезти просто нужно? Да. Мне тупо нужно вылезти через батискафа с этого получается. И проплыть просто на все, наверное, тут. Во! Что мне нужно было сделать? Ёкарный бабай. Всего лишь что. Прикольно, слушай. Класс. Куда мы лезем? И что тут у нас? Угу. Если сбегать сюда, что тут? Черт узнает, что там. А если мы сбегаем сюда? Какие-то вот запечатанные эти стоят. Угу. Это стекло разбитое. Давай нажмем. Ай-яй-яй! Ой. Ой. А, меня прибило этой штукой. Угу. Давай еще раз попробую. Эту не можешь открыть? А. Мне нужно, получается, что сделать? Нажать и утекать. Все. Вот что мне нужно было сделать. Мыши уже какие-то он бегают. Так, теперь мне, по идее, я... Угу, сюда нужно идти. Так. Травка появилась. Здесь какие-то у них эти стоят. Приспособления. А это двигать нельзя? А-а. Все, я понял. Ладно. Дальше увидим продолжение уже в следующей серии. Как вам такая игра? Мне очень